Тогда уже Лаша так достигнул такие результаты, еще больше стало спортсменов на зале. Потом еще не разделили так просто, разделили как надо. С молодежи, юноши и взрослые. И нас поставили там тренеры, которым мы доверяем. Без доверия, без уважения не бывает ничего. Наши самые главные цели – это уважение. Без этого не бывает. Если отдельно кто-то будет, да, тяжело понимать друг друга. Да? И в жизни тоже так есть. Да. Без уважения не бывает. И дисциплина – самое главное, что они поняли, что как скажет тренер, как скажет федерация, вот так надо сделать. Потому что это семья. И от семьи кто-то есть старше, кто-то есть младше. И от этого идет уважение. Лаша мировой человек. И все нравится, как он поднимает такие сумасшедшие вещи, как рекорд мира. А Лаша в современных времени сделал самый большой результат в мире. Тогда-то неофициальный был. 478 мировой. Это был неофициальный. Алаша официально сделал 484. Что мне не хватает, это мы все хорошо знаем. Это тоже будет скоро. Они верят. Это мне помогает тоже. Когда они верят, что легко получается все. Алаша выдерживает очень большие тренировки. Значит, мой тренировка это работа, работа, еще раз работа. We'll be right back.
კი ნამდვილად ეგრე არის ძალოსანაზე შევიდი 13 სასახლეში, ამეთვის დამსახურებული არის, უნდა იყოს ყოფილი ძალოსანი იყო და მისი დიდი სურვილი იყო რომ მე ვარ ძალოსანაზე და რაღაც მონაცემებს ხედავდა ჩემში, ამეთვის პირველი მოსალოდნელი ვიყავ მე და უკვე სადღაც 3 წლის განმავლობაში ამეთვის თავარჯიშობდი რაიონში და შემდეგ უკვე განმავლობდი თბილისში ნაკრებთან ერთად მომიცა ვალიში, ესე ვთქვა პირველი ნაბიჯები ამეთვის ხელში გადავდგა. Смотрим в камеру все. Просто это видео, видео. Танцуешь? Угу. Да, да.